Дорогие мои россияне, в связи с событиями последних дней мы приготовили для вас кое-что интересное, чтобы вам был повод сидеть дома, не скучать. Поэтому мы представляем вам список дел, которые вы можете выполнить на карантине. Ну, на самоизоляции. Так вот, начнем. Первое. Порыбачить в аквариуме. Кидаться мешками для мусора прохожих с балкона. Вызвать дьявола в комнату. Закататься в ковер. Срубить комнатное растение. Подогреть телефон в микроволновке. Пожарить кастрюлю. Сломать руку. Разбить головой стекло. Повисеть на натяжном потолке. Подраться с мышью. Погладить таракана. Побить тапком утюг. Откусить ручку от двери. Уснуть в шкафу. Покататься на велосипеде по коридору. Выйти в окно со скуки. А потом войти, потому что самоизоляция. Катать мыло по мокрой ванне. Вот это, кстати, попробуйте. Круто. Перевернуть стол. Съесть растение на подоконнике. Проломить дверь в комнату. Откусить холодильник. Побрить кошку. Наорать на зеркало. Запылесосить яйцо. Ну, а какое вы сами решаете? Раздавить колбасу. Сжечь документы и диван. Покупать вещи у самого себя. Вырвать ламинат. Поймать мышь. Дать таракану покушать. Оторвать щеку. Поругаться с ковром. Залить ковер медом. Оторвать батарею. Посидеть на кране. Ну и можете еще постирать семечки в стиральной машине. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, выполняйте, ну и лучше не выполняйте то, что я вам советовал. Но знайте то, что это можно сделать. Но лучше не надо.